Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Общественные слушания в городе Рослов. Производственная система Росатома на Смоленской АЭС. 7-й открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда». На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Атомные станции, которые входят в контур концерна «Росэнергоатом», выработка 100,1%. О техническом состоянии Смоленской сообщил главный инженер предприятия. В работе 3 энергоблока, суммарная нагрузка 3205 мегаватт. Существенных замечаний по работающему оборудованию нет. Энергоблоки Смоленской АЭС выдали в сеть более 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, выполнив план месяца досрочно. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На протяжении 35-летней эксплуатации Смоленская АЭС следует высоким стандартам безопасности. Об этом заявил заместитель губернатора Смоленской области Юрий Пучков, курирующий в регионе вопросы рационального природопользования и охраны окружающей среды, на пресс-конференции с журналистом 26 января. В этот день в городе Рославль Смоленской области состоялись общественные слушания по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду, АВОС, эксплуатации объектов по обращению с отработавшим ядерным топливом, пристроя хранилища АЯД и хранилища контейнерного типа ХКТ. За 35 лет существования данного предприятия они находятся в лидерах по вопросам безопасности, по вопросам развития атомной отрасли. И сейчас я хотел бы заметить, что они работают также в рамках, в том числе, экологических требований, в рамках закона Российской Федерации. Специалисты проектной организации атомной энергетики, науки, медицины, экологии представили общественности подробные характеристики пристроя ХАЯД и хранилища контейнерного типа. Как отметил специалист акционерного общества «Атомэнергопроект» Александр Бурлаков, одной из основных задач при разработке проектов являлось обеспечение экологической безопасности объектов. «Атомэнергопроект» как генпроектировщик разрабатывает проекты по модернизации в части обращения с отработавшим ядерным топливом не только для Смоленской, но и для Курской станции. Значит, разработаны также материалы оценки воздействия. Они были включены в материалы обоснования лицензии на получение лицензии на строительство. Объекты строятся, экспертизы пройдены успешно. И вот сейчас мы подошли к финальной стадии, это получение лицензии на эксплуатацию. Ну и вот первый шаг – это проведение сегодняшних общественных слушаний. По словам директора Смоленской АЭС Павла Лубенского, введение в эксплуатацию комплекса систем контейнерного хранения и обращения с АЯД необходимо для решения ряда важных задач и дальнейшего устойчивого развития атомной станции. С федеральным законодательством при организации проведения строительно-монтажных работ, открытия проектов, тех, которые касаются конкретно объекта использования атомной энергии, мы обязаны эту тему выносить на всеобщее слушание. Всеобщее имеется в виду территориальное, и население, которое проживает в зоне базирования объекта использования атомной энергии, они должны быть осведомлены. В общественных обсуждениях, организованных администрацией Рославского района при содействии акционерного общества концерн «Росэнергоатом», приняли участие 430 человек. Представители власти, надзорных органов, общественных и независимых экологических организаций, Смоленской АЭС, акционерного общества «Атомэнергопроект», средств массовой информации, жители региона. Свои мнения по материалам АВОС высказали все желающие. Большинство участников поддержали инициативу Смоленской АЭС в части совершенствования инфраструктуры по обращению с АЯД, призвав ее актуальной и необходимой для дальнейшей эксплуатации и развития атомной станции. Утвержденные технические задания на выполнение работ по АВОС и предварительные варианты материалов АВОС
намечаемой хозяйственной деятельности, доступны для внесения замечаний общественности до 26 февраля 2017 года. Со всеми материалами можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, город Рославль, площадь Ленина, дом 1А. А также на официальном сайте администрации муниципального образования Рославльский район Смоленской области в сети интернет www.roslavl.ru. Производственная система «Росатома» – это система постоянных улучшений, которая позволяет по-иному посмотреть на привычные вещи, найти производственные потери и устранить их. ПСР приносит пользу предприятию и отдельно каждому сотруднику, который на ежедневные рабочие процессы тратит меньше сил и времени, при этом выполняет работу качественнее. Мое личное мнение, что ПСР должен развиваться непрерывно, как на нашей станции, так и на других предприятиях, потому как развитие инструментов ПСР позволяет по-иному взглянуть на проблемы, учесть и увидеть то, что не было доступно ранее. Во время моей работы в электроцехе, должности инженера, я принимал участие в ПСР-проекте под названием «Сокращение финансовых затрат на потребление электроэнергии». ПСР-проект был закрыт удачно, с положительным экономическим эффектом. На своем примере скажу так: только благодаря производственной системе «Росатом», активному участию в ней, меня вышестоящее руководство заметило, оценило и предложила попробовать свои силы в новой должности. Призываю всех сотрудников Смоленской атомной станции и других станций участвовать в ПСР-движении. Давайте сделаем нашу отрасль лучше. Седьмой открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда» стал рекордным по количеству команд и участников. 23 команды, 140 участников из подразделений атомной станции, подрядных организаций, а также школьники, педагоги и ветераны приняли участие в интеллектуальном поединке «Что, где, когда», организованном молодыми атомщиками при поддержке администрации и профсоюза Смоленской АЭС 27 января в Десногорске. Приветствую игроков, председатель жюри, председатель профсоюза Смоленской АЭС Юрий Кузнецов отметил, что если в первых турнирах ЧГК участвовали 4-6 команд, то сейчас игра стала настолько популярна, что в зале нет свободного места. Всем командам пожелать: первое, взятие самых трудных вопросов. Вот никто не взял, а команда взяла. Это очень стимулирует игру. Удачи! И все вопросы, а самые трудные, чтобы вы взяли сегодня. По традиции стартовал спортивный вариант ЧГК. 4 тура по 12 вопросов. Минута на обсуждение, секунды на передачу листка с ответом членам жюри. Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. Первое место с 30 правильными ответами заняли фавориты игры. Сборная команда САЭС «Тритысячных». Второе место досталось команде «АЯП», отдел ядерной безопасности и надежности. Бронза – команде «Особое приглашение», рославчане, работающие на атомной станции. Победители получили кубки, медали и книги. Капитан команды «Тритысячных», вице-президент одноименного клуба, работник Смоленской АЭС Андрей Рожков поделился секретами успеха своей команды. Команда, она не организовывается просто на каких-то индивидуальных людях с индивидуальными качествами. Это, в первую очередь, хороший подбор людей. Да, конечно, немаловажно, чтобы люди обладали фундаментальными какими-то знаниями, но у каждого в команде своя роль, которую человек исполняет, и постоянные тренировки обеспечат успех. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.